Около 50 спортсменов 12-13 лет на льду спортшколы «Красная звезда» состязались за медали областного этапа всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки». Два соревновательных дня и две дистанции – 500 и 1000 метров. Победителей и призеров определили по сумме 4 заездов. Региональный этап соревнований «Серебряные коньки» для детей 12-13 лет. Они также отбираются на Сибирский федеральный округ. Эти соревнования будут проходить в Барнауле. Команда из 10 человек, также 5 мальчиков, 5 девочек. На этих соревнованиях принимают участие около 50 человек. Ну и также отбираем команду. Будем надеяться, что отберем лучших, которые будут бороться за призы. Лучшей среди девочек стала Ангелина Мель. Серебро у Анны Сокерко, бронза у Анастасии Ковалевой. Среди мальчиков на высшую ступень пьедестала поднялся Владимир Желтов. Второе место занял Ярослав Минаев. Третьим стал Николай Долганов. Первый день я упал на 500-ке, потому что поскользнулся на повороте. 1000 метров нормально. Лед катил. Ветра практически не было, солнце светило, тепло было. Сегодня, ну так, прохладно, лед также катится.